Всем привет, уважаемые рыболовы! Сегодня выехал на вечерку. Целью сегодняшней моей рыбалки будет налим. Использовать в качестве снасти я буду обычные закидушки и живцов в качестве приманочки будем использовать. В качестве живца будет служить пескарь, которого вот здесь же наловил. Ну, поставим закидушки на ночь, а утром проверим и посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, давайте приступим. Время уже темнеет. 8 часов, погода плохая, только что был град. Ну, думаю, что-то поймаем. Река вот заросла, много травы. Ну, будем пробовать. Надеюсь, какой-то результат будет. Попался. Так, ребята. Ага. Вот он, ребята. Очень хороший. Оба. Очень хорошего размера налимчик. Оба. И вот такой, ребята, налим. Фу. Ну как вам, ребята? О, вот такой трофей. Обалдеть. Забрызгал камеру. Ну, я думаю, килограмм около 2, наверное. Однозначно есть. О, такой здоровяк попался. Ну, просто шикарно. Ну, ладно, будем продолжать ловлю. Сейчас отцепим. Пойдем дальше проверять. На живца взял. Здесь пескарик у меня стоял в качестве живца. И вот такой налим. Очень мощная рыба. Опа. Обалденно. Шикарно. Ребята, сейчас отцепим рыбу. Итак, ребята, итог сегодняшней ночной рыбалки на китое. Это поимка вот такого вот налима. Я думаю, наверное, весом больше 2 кг. Сейчас рыбку взвесим. Также у меня один налим завел мою снасть в плетняк. Точнее сказать, грузило. Использовал плоское грузило. И оно зацепилось за донный, так сказать, мусор. Точнее сказать, это плиты известняка. Ну и, соответственно, рыбу видел. Но получилось так, что леска оторвалась посередине ровно, то есть рыба осталась в воде на закидушке. Это, конечно же, обидно, но при ловне налима это происходит довольно-таки часто. Сейчас вот осень, многим я советую как раз вот в это время поездить на водоем, заняться вот этой увлекательной ловлей налима, помышковать можно на таймене, попробовать на ренка покидать. Рыбка попалась хорошая, как уже сказал. В качестве живцов я использовал пескарей. И вот на одного пескарика вот такой хороший налим попался. Сейчас рыбку взвесим, посмотрим, какой ее вес. Ну, мое предположение далеко, далеко, наверное, за двушник. Давайте взвесим рыбку. Вот у меня весы имеются электронные. Обнулили. Опа-на. Цепляем наш трофейчик сегодняшний. Вот ты на, даже гораздо больше. Вот, смотрите. Вес рыбы 3 кг 160 грамм.
Что ж, ребята, это трофей, однозначный трофей. Весом вот 3 килограмма. Даже больше. Я вот думал, 2 будет с копейками, но рыбка потянула даже весом более 3 кило. Так что, ребята, осень наступила, время трофейной рыбы. Для китоя это трофейный налим. Однозначно. Ну что ж, ребята, в этом месте поставьте обязательно лайк, напишите комментарий, кому интересно, поделюсь своими секретами ловли налима. Рыбачу уже не первый год, а уже больше 10 лет ловлю эту рыбу. Именно осенью скоро налим пойдет на икромет, но это ближе к ледоставу. Так что, ребята, не сидите дома. Отдыхайте, ездите на речку, пока еще лед не встал. Можно половить эту рыбу и на закидушки, и на спиннинг. Ну, тут уже, как говорится, кому что нравится. А также, ребята, подписывайтесь на мой канал, который называется Спиннингист38. Группа ВКонтакте называется также Спиннингист38. Ну что ж, ребята, до скорых встреч. Надеюсь, нам еще в этом сезоне и таймени удастся половить. Ну а налим? Налим это, конечно же, очень прекрасная и красивая рыбка. Посмотрите, какой красавец. Обалдеть. Многие люди говорят, что не любят налима, но я вот просто обожаю эту рыбу. Очень сильная, мощная. Ну здорово. Всем удачи. Больших и крупных трофеев. Ну и до скорых встреч. Всем пока.